Игра была в рамках очередного тура, который мы пропускали в Полтавской области. Решили заполнить товарищеской игрой с командой «Горняк». Игра была, в принципе, боевая. Мы знали, что команда находится на сборах, только собралась, поэтому они немножко, наверное, были под нагрузкой. У них и тренировочные сборы. Для нас это было, нужно было заполнить это окно игрой. Поэтому была приблизительная игра равная. У них были моменты, у нас, наверное, можно сказать, что результат закономерный. Несколько слов о команде. Называется «Легион», да? «Легион Полтава». Команда, да, до этого называлась команда «Динамо Решетиловка». Было изменено название. Команда стала «Легион». И президент поставил с максимальной задачей. Мы выходим на каждую игру и хотим добиться результата, то есть победы. А то, что говорите, мотивация, ну, на этом уровне каждый для себя находит какую-то мотивацию. Если выходить на поле и отбывать номер, я думаю, это никому не интересно. Любой, мне кажется, вот стоит у вас площадка, если выйдут сюда ветераны, и они будут так же играть, потому что футбол – это все-таки, как ни крути, наш один из любимых видов спорта. И где ты проявляешь свои, ну, допустим, мы в футболе, кто-то еще в каком-то виде. И поэтому ты находишь мотивацию для того, чтобы до нас приходили, смотрели болельщики, приходили, смотрели наши дети. И если мы будем на поле проявлять безволие, то и они такими же будут. Вот насчет мотивации. Мотивацию показали наши ребята на чемпионате мира. Вот это видно, что ребята молодцы. И мы должны у них мотивации набираться. Может, больше ожидали от «Горняка» спорта? Ну, я же говорю, здесь нужно понимать то, что ребята находятся под нагрузкой. Я как бы сам не понаслышке знаю, что такое нагрузка. И у них, они сейчас выходят, они выполняют тренерскую установку. А тренерскую установку, наверное, была накрывать. И у них сейчас не стоял результат, а подготовиться к чемпионату. Поэтому, наверное, результат им сегодня не стоял во главе угла.